А в Махачкале завершила учебно-тренировочный сбор команда Дагестана по легкой атлетике. Приурочен он был к одному из главных стартов года – чемпионату России. Соревнования среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и среди слабовидящих спортсменов на следующей неделе пройдет в Чебоксарах. С одним из участников турнира удалось встретиться нашему корреспонденту Дану Шугом. Призером Кубка России Али Халилов стал в феврале этого года в Чебоксарах. Чуть позже житель города Буйнакска стал серебряным призером всероссийского турнира в Краснодаре. А ведь свою спортивную карьеру подопечный Арслана Хайсаева начал в ноябре прошлого года. Специализируется участник СВО в толкании ядра и пробует себя также уроженец селения Чарада Лиротинского района в метании диска. На данный момент у меня как бы лучше получается толкание ядра. И параллельно мы работаем над диском тоже, метаем диск тоже. Конечно, главные надежды наставников сборной России и Дагестана связаны с чемпионом Паралимпийских игр Мусой Таймазовым. Арслан Хасаев надеется на результат и от Али Халилова. Халилов Али пришел у нас в прошлом году первый раз, как бы попробовал пару тренировок, ему понравилось. Очень большое, сильное желание было заниматься, показывать хороший результат. Надеемся, что еще улучшит результат. Он очень хочет выполнить норматив мастера спорта. На чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата команду Дагестана представят 33 спортсмена и еще среди слабовидящих спортсменов. Они разыграют награды в различных спортивных классах, в ряде дисциплин, среди которых эстафеты 4 по 100 метров, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, клаба и копья, а также бег на различные дистанции. Как всегда, мы с тренерами сборной и со спортсменами готовились. Мы всегда едем с надеждой побеждать. Поэтому первые, вторые, третьи места – это практически 80% команды. Чувашия примет чемпионат России среди лиц СПОДа и слепых в дисциплине легкая атлетика. По предварительным данным, соберутся более 500 спортсменов из более 50 регионов России. Дан Шугом, Ибрагим Магомедов, Джабраил Рабаданов. Время новостей.